Министр сельского хозяйства Карачаева-Черкесии Анзор Баташев в ходе рабочей поездки в Адыгейхабльский район встретился с представителями садоводческих кооперативов и руководителем предприятия СОК 5642. По поручению главы республики Рашида Тимрезова рассмотрели вопрос по координации работы между кооперативами и крупными промышленными садоводческими предприятиями в части транспортировки, хранения и переработки фруктов. В ближайшее время будет разработан договор о сотрудничестве, удовлетворяющий условиями обе стороны. Из фруктов, выращенных на территории личных подсобных хозяйств, планируется производить натуральный сок под брендом 5642. Напомню, в 2019 году по поручению главы региона Рашида Тимрезова была запущена региональная программа по развитию садоводства. На сегодняшний день государственная поддержка была оказана 17 сельскохозяйственным потребительским перерабатывающим кооперативам, в составе которых 478 личных подворий.